Нам главное нужно ее поднять со стороны слизистой, потому что у нее заваливается туда, заворачивает губу. Девочки, тут алгоритм очень простой. Один слой, второй слой. Просто надо раз сделать, и тогда поймёшь. Да, нужно просто один раз попробовать, тогда... Я пробовала, видишь, на большими веерами. Ну и тут, ну, получалось, но не так. Ты их шире? На всю губу. Просто на всю губу делала. И я все равно почти сделала. Без верхнего и нижнего. Красиво получилось. Да, у меня тоже хорошо получилось. Но это типа тут уже совсем...